А моральный кодекс, они, можно сказать про ваших музыкантов, что вы все единомышленники? Или да, нет? Конечно, конечно. Я не, не во всем, но... А я сейчас вот не про музыку говорю, а да, вот сейчас музыку. Вот музыканты, они же очень активно, многие из наших общих там товарищей, очень активно принимают участие в околополитической жизни, скажем. Вот коллектив «Моральный кодекс», он в этом смысле монолитный или нет? Да, монолитный, но мы там не вдоль в политической жизни, поэтому мы в ней принимаем участие только... Ну, представление-то какое-то есть о том, что хорошо, что плохо? Никакого. Да, нету. А невозможно понять, что хорошо, что плохо у нас. Вот это, кстати, я могу это понять, очень что... слова я могу мудрого некоторые... человека, точно. Вот, потрясающе, на самом деле. Я тоже считаю, что невозможно понять. Есть мое личное мнение, но оно никакого отношения не имеет действительности. Ну да, потому что информации не хватает. Не, у меня информация вся есть, я все вижу, но... Да. Например, вот, замостить зимние улицы плиткой, с которых потом... Я просто работал дворником, и я представляю себе, каково дворнику зимой отскребать со сплитки этот самый... Все-таки это не совсем политика, так скажем. Вот. Это хозяйственная деятельность. Но это хозяйственная... Потом существуют градостроительные нормы. Вы знаете, нет, что определенная площадь... Нет, вот политика, это вот допустим, Крым, да? Это вот политика. Я бы, например, на день рождения королеве бы его подарил на месте Путина. Это было бы самым ярким событием в истории цивилизации вообще человеческой. Как же можно люди всю жизнь за это дерутся. Как же можно дарить, с крепостными? Там же миллион человек. Да, как ты определился? Ну, даришь ты царице, королеве, и ты царь. То есть вот просто водил корону и подарил. Я понимаю, что стёб стёбом, но на самом деле это же серьезный вопрос. Но да? Я не могу ничего сказать по этому поводу. Я могу только экономически сказать, что это безумно дорогой проект. Хорошо. А вот, значит, надо было проигнорировать вот волеизъявление людей. Как? Даже. Невозможно. Они же сами это все и сделали. Они все-таки сделали. Конечно. А, вот это важно, кстати. Вот. Ну, мне так кажется, да. Если бы они, мне кажется, что да. Если мне бы кажется, они не захотели, этого бы невозможно не было. Невозможно было бы сделать, конечно. Да. Сейчас, в 17-м году люди захотели. Лео Бранштейн приехал и все решил. Если бы не хотели, этого бы не было. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».